Дорогие друзья, в это такое вот необычное время, сложное время, тяжелое время, не могу не обратиться к вам, не могу не сказать какие-то вещи, которые у нас происходят. Я делал небольшие записи в своих соцсетях, я делал также сторис в нашей официальной компании «Мой чай», значит, в Инстаграме. Но сейчас должен сказать там такую более широкую аудиторию, что вообще происходит, невзирая ни на что мы работаем. Будем продолжать работать. Конечно же, какие-то активности будет сложно поднять в текущей ситуации. Многие сейчас беспокоят, помимо того, что беспокоит всех, и о чем я сейчас не буду говорить, потому что я уже об этом достаточно сказал. Я думаю, все понимают, что нас ждет в ближайшее время и какие катастрофические последствия для страны это принесет. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что будет с «Мой чай», какие будут у нас планы развития, что мы будем делать. На данном этапе у нас все идет стабильно, то есть идут поставки, идет продажа, все отгружаемся, все работаем. Многие спрашивали по поводу цен. Я обещал поднятие цен в понедельник, но поднятие цен будет завтра. Поэтому сейчас, если кто-то что-то хочет еще купить по старым ценам, может сделать это сегодня. Вот, и я думаю, что завтра, ну, максимум послезавтра мы точно будем поднимать цены, причем сначала думаю, что это будет процентов там, может быть, 10, возможно, будет даже больше, может, 15-20, учитывая текущие изменения. Не на весь ассортимент, естественно, только на импортный ассортимент, для того, чтобы мы могли его заново закупить, рассчитаться по кредитам, потому что у нас кредиты из Китая, и нам нужно платить за чай, который резко подорожал, вот, и поэтому... Да, по сути, на 40% выросли все кредитные обязательства, чтобы было понятно, почему у нас будет рост. Понимаю, что это тяжело, понимаю, что непросто, но мы старались держать как можно дольше. Очень многие сейчас успели закупиться и как бы могут еще успеть. Я считаю своим таким долгом предупредить, чтобы это не было неожиданностью для тех, кто хотел закупиться чаем. Деньги сейчас сильно обесцениваются, поэтому да. ПР – лучшая валюта. Ну и всем мира, покоя, друзья. И будем надеяться, что то, что сейчас происходит, это быстрее закончится. И мы все через это пройдем. Всем удачи, любви, счастья. Пейте хороший чай. Чай успокаивает, чай гармонизирует. Чай может привести к покою душе. Поэтому это самое главное сейчас. Любите ваших близких, поддерживайте их. Не ссорьтесь с теми, кто с вами не согласен, потому что это бессмысленно. К сожалению, очень многие люди промыты пропагандой, и с этим ничего не сделаешь. Так что так. Всем огромное спасибо. На связи. Пейте хороший чай.